Готов. Ну я тоже жду. А я как всегда. Вот теперь можешь начинать писать. Да, уже давно. Да, ну отлично. Кто-то даже пишет. Ну сейчас ну, точно что-то знатное же будет. Ну ладно. Я тут просто в 12 часов ночи как поехавший играю. Да? Немо, тебе, кстати, этот самый. Мое время сказать. Ты AdSense аккаунт подключил? Да вот на днях собирался. Я всегда с этим делом торможу. Ну, если что-то непонятно, с важным делом. С любым важным делом. Никит, у тебя там полночь, да? Ну, уже с чем-то, да. 42 минуты. 12:43. Что ты там говорил? Про... Про как, что? Как кто играешь в полночь? Плохо играю ночью. Для этого дело уставший. Ну, так вот вы идете на жертву определенно. Ну ладно, я уже один раз хотя бы выиграл в этой игре. Уже ну, есть да, опыт одной битвы. Потому что пришел... Ну как пришел? Шел... Пришел и раскидал всех. С обоих сторон. Ну, ты как хотел. Ну, погоди, так... Это те твои остатки, это то, что он половину своей кавалерии с тобой сделал? Это все виноваты пушки. Мои? Мою каву половину разнесли, Лима. Но ваши вдвоем. О! Так, так, так. Так. Тут надо было другие войска брать. О, хорошая территория. Прям как раз, которую я... Что это тут надо было сразу другие войска брать? Все тут нормально. Не, в том смысле, что другую фракцию. Так, ну-ка, что у тебя за войска-то, Виктор? Ох ты ж, у тебя там есть даже такой... Вау, это что за штука сзади тебя там такая большая? Становись поближе, будем пользоваться. Поближе, готовься умирать. Ну, конечно. Так. Эта штука, которая сзади, она хоть прибавляет что-то, нет? Да-да-да. Это я даже вообще не знаю, что это такое. Странное. Увеличивает мораль. Стандарт, что ли? Угу. Какая-то большая фигня от Папы Римского. Когда воины поворачиваются, смотрят на нее, они воодушевляются и не хотят бежать больше. Такие смотрят, блин, это же Папа Римский нас покарает. Надо сражаться дальше. Ну да, не будет послесмертия хорошего. Но. Бежать нельзя. Не простит папа. Позади Рим. Все дела. Так, ну ладно. Вон у тебя тоже из этого. Что? Этот самый. Не брал? А сколько они у тебя стоили? Ополчение с копьями. Которые у меня? Угу. Ну, они дешево совсем, по-моему, по 300. Я смотрю, даже, может, ты... меньше. Что не так? Кое-что не брал? А нафига? Классная такая, это целая конспирация. Кое-что не брал? А нафига? Вы понимаете, о чем речь? Или у вас еще чатовая переписка идет? Да тут чату даже не прикасались. Никит, ты кое-что не брал? А нафига? Отлично, да. Я понял все. Так, ну. Так мы что, поближе постраиваемся или подальше? Давайте поближе, у вас вроде как рельеф. Так, чтобы кое-что задействовать нормально. Хорошо. Кое-что. Окей. Конспирация уровень сотый. Так. Ну, я без него обойдусь. А это кое-что на колесах? Что? Нет, это кое-что нельзя употреблять в пищу некоторыми... Кстати, вот эта пушка... Религиями. Пушка у тебя. Нельзя употреблять в пищу некоторыми Виктор. Религиями. Это подсказка, слушай. Виктор, вот это у тебя пушка спереди, которая она сильно носит на урон не баллиста, вот который рядом. Пушка? Она очень хорошо бьет по морали, но если честно, ее очень тяжело использовать. А я тут тоже думал, можешь купить, нет? Выглядит вроде как круто, на самом деле. Ну ты правильно сделал, что не взял.
Ну, ты ладно. Хорошие вещи взял. Посмотрим, посмотрим. Ну, раз что говорили, хорошее я... Хорошее для вас, плохо для нас. Я побаивался, что... Ну, я кое-как раз ставился. Что противников будет кое-что другое. Ты готов? А ну давай отгадаем загадку. Что ж такое нельзя употреблять в пищу? Более конина, нет. Что ли? Ну, свиней вроде у нет. У кого? Слонина? У католиков? Да. А, католик. Слонина? Слонина? Что? Кто-то за тимуридов играет? Конечно. Он за Венецию. Окей. Понятно, у нас будут проблемы. Это тимуриды и сто пудов Русь. Польша. А где тимуриды? Так, ну что, я в принципе готов. Меня тоже жду. Ладно. Да. А ну. Воу. Вроде не вижу слонов, и меня это радует. Отлично. Так это Венеция, какие слоны? Две серпентины у Венгрии. Две серпентины. Две серпентины у Дании. Смотрим на Папу Римского. Пять кавалерий. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то... И баллист. Командирская. Конные орудия. Легкие всадники, легкие всадники, легкие всадники. Конные арбалетчики. Начнем веселье. Венеция. И пикинеры. В расчете на кавалерию. Ну, правильно, в чем-то оправдался расчет. В чем-то. Так. Фокус либо на пушке, либо по кавалерии. На пушке. Первую сломал. Криворукие ребята, надо им понизить жалование. Да что с ними не так? Не уметь стрелять, я их направляю тоже на пушки, они промахиваются. Ну вон, моя промазала несколько раз. Попала в ополчение с копьями. Очень близко, очень близко. Ай, заряжающего убила, а вот пушку не поломала. А кого ты тут выставил? Урбулетчики! Так это же мясо. Что? Это он про Венецию. Угу. Если что, мои арбалеты прикрой к кавалерии. Если за ними будут... А за ними уже идут. Я так объездиться могу. Так, ну что ж. А кем-кем ты хочешь их прикрывать? Вторую пушку поломал. Да ладно, что они такие, что ли, бичи мои пушки? Ну, да нет, такая же, как моя. Что-то они вообще кривые какие-то. Не знаю, мои нормально стреляют. Если не трудно, помоги моим арбалетчикам своей конницей. Хорошо. Так. И чё, в принципе, вперёд. И тамплиеры идут. Охренеть, мои пушки вообще какие-то бичи. Они хоть одну твою убили? Пушку? Да, они даже ни одну не уничтожили. Что вообще за... Все, я вас точно гоняю. Они повыше находятся. Может вы... Ой-ой-ой-ой, вы куда? Воу. Папа Римский, ты что делаешь? Папа Римский бежит. Это хорошо. Подожди. Отступление невозможно. Так что там с этими пушечками? Ага, с одной разобрался полностью. Шикарно. Можно сменить цель? Так, я смотрю, тамплиеры остановились. Ава-ва-ва-ва-вау! Оруженосцы бегут. Однако. Да, потери пушки. Поздновато, серьезно. Конечно. Теперь угрозу на флангах создавай. Так, ну, масса. Навалились. Вали мясо. Навалились.
фанатики? Да. Куча фанатиков. Не надо. Про религию все нормально. Старение в бой. Ой. Нехорошо. Отлично. Куда вы? Вот. Так, 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 так. Давайте, друзья, давайте. Вас кормят. Отрабатывайте. А вы сюда. А вы сюда. А где мой самый главный? Потерялся. Нужно, я знаю, действовать. Сейчас и будем действовать. Нужно действовать, господин. Пехоту подводи. Я это уже делаю. Бегом. Бегом. Они думают, что они смогут выиграть. По-моему, у них завышенная самооценка. Да-да. Обратить врага в бегство. Это фанатики так нарезают, или тут вся их армия? Тут их оба отряда. Точнее... Добровольцы из Венгрии пришли. Обоих армий. Добровольцы из Венгрии пришли помочь Папе Римскому. Так. Помощников тут навалилось. А это кто идет? Ополчение с пиками. Давайте их. В расход. Да. Кто-то вот половину мяса потерял. Ох, тут и мясо, однако. Иди сюда, крест. Ты сейчас нужен. Главное, крест не потерять. Молитесь, друзья, молитесь. Давайте, рубайте их. О, венгерские это солдаты, однако, не такие фиговые, как я думал. 45 на 17, слушай, что-то мы проиграли. Ну, блин, фланги порвали. Хотя я держу свой фланг, но твой фланг вообще полностью развалили. Да, у меня тут жопа. Ой-ой-ой, у меня, кажется, один солдат остался. Давай, иди в атаку. О, что? А, опять пушка, что ли, попала по моим? Чё за фигня? Нет, или реально пушка? По-моему, я опять на те же грабли встал. То, что меня пушкой снова снесло дофига кавы. Пушечка нарезает. Ну, не знаю, моя там куда-то стреляет, вроде по баллистам. А, надо сменить цель. Чё там, святой крест? Крест воров. Ой, уже сломали. Крест не трогать! Нет. Крест сломали, нет. Ломаем, я надеюсь, блядь. Это не повлияет на мораль. Нет. Это поломает твою мораль. Блин, органка не успела развернуться. Я потом проверю после боя. Если ни разу не выстрелил, это будет последний раз, когда я ее беру. Так. Возвращайтесь. У меня уже где-то остановились. А где вы? Ага, вон вижу. Это... Оруженосцы. Давайте в сторону, давайте. Ой, только не тяжелую венецианскую. Боюсь, тут вам... Хотя, если отойти и ударить еще раз. Тактика чарджи и отступление. Еще кого-то снесем. Если да, не побегут. Ополченцев с глефами не сработает. 4 на 28. И первым мой крестоносец. Папа Римский. Но эти будут стоять. Так что мы еще покусаемся. Покусаемся.
у тебя там до сих пор серпентинка настреливает. Где твой крест? Да его уже сожрали. Да, крест доедают. Но моим приятно видеть, что рядом Венгрия есть. А значит, есть какая-то поддержка. Католики из Венгрии пришли. Отрезали. Что? Не дали помочь. А тут венгры сражаются, мама, не горюй. Они, меня, конечно, уже все съедены. Колеблются. До конца своей жизни будут биться. До последней капли крови. Колеблются, бьются насмерть, бьются насмерть. Да, тут... Фанатики, ну смотри, у меня в этот раз бегущих нету, я имею в виду тех, которые убежали за... Может, потому что просто убежать не успели, такой вариант тоже может быть. Перехватили. Так, а вы где? Арбалетчики. Настреливают. А ну... Эх, всех добровольцев порубали. Заели. Мой военачальник отступит с поля боя. Держись, держись. Числом все-таки сдавили. Элита не выжила. Что-то было примерно одинаковое, кстати. Ну, не, у меня совсем мало было войск, потому что у меня одна элита. Микроконтролингом задавили. Молодцы, Немо там так врезал, подвел своих. Ну ладно, пусть там бегают пока. Мы пока вас едим. Я признаю поражение. У меня еще один сражается. А у него... Серпентинка настрелил. Умер. Наши воины бегут с поля битвы. Объявляйте сбор, или победа достанется врагу. Да, тоже признаю. Мне говорят, позор, типа, вот там ваш отряд отступает, какой ужас. Так, что значит, Эдмит, надо Эдфит нажать, да? Че, перегруппируемся, потом еще ответим. Виктор. Выход из боя, да, тогда статистику тебе покажут. Ага, все. Он резолвит. Нерешенный бой оказался. Надо было, как в тот раз, то есть подождать. Пока что самое будет. Интересное, потерь да больше. Да не, вы по фрагам опередили. Но... Причем оба. Я сбоку неплохо ударю, поэтому больше снес, чем Виктор. Немо кавалерии затащил. Немо там вообще нажрал. А ну посмотрим, кто тут... У меня больше всего набил. А на это я забыл посмотреть. У меня основные по фрагам лидеры это пешие рыцари-феодалы, рыцари в кольчугах и арбалеты. У меня уже конные сумасшедших цифр типа 150 нету, но религиозные фанатики 33 нарубили. Крестьяне с луками... Не, подожди, это не то. А, охрана полководца 36. Это мои, те, которые с крестом стояли. Да, ну и вот в принципе... Феодалы 80, 80, 89. Рыцари в кольчугах 89, 58. 80 пленных взято. Страдиоты 37, 14. О, у меня в плен попало народа. Венецианцы по 40, по 30. Конные арбалетчики 50, 76. Что, еще один бой? Смотри, а я не ожидал. Людям же спать пора. Фанатики затащили. По этим самым. По статам. Прикольно.